И вот, всем привет, дорогие телерадиозрители. И пока у нас продолжаются строительные работы, я решил для вас снять отдельное видео, как мы жарим себе есть. Смотрите, вот у меня стоит такое вот ведро в дымоходе в моем. Оно очень горячее. Сейчас я покажу, как я жарю там сало. Да заткнись ты! Вот, я ложу кусочек сала мой. Он сейчас начнет пускать жир, и сало начнет жариться. Вот уже жир потек. Не обращайте внимания на это сало, потому что я его копчу на палке. Да это и не табия! Вот, сейчас мы его перевернем. Вот, запотело, но ничего страшного. Сейчас я протеру камеру. А не, вот. 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 Огонь поднялся до ведра. И жир течет ручьем. Вот. Вот. Сало все горячее. Вот, оно уже поджарилось почти. Вот у меня уже дожарилось сало, можно сказать. И вот такие вот мы шахтеры грязные. Так. И сейчас мы в этом жиру будем жарить грибочки. Вот, смотрите. Вот так жарятся гриби. И всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. И всем удачи, всем пока.